Thank you.
А кто он такой? Ебило из Букунари. Ну что, тащишь точно пугало огородное? Зачем тебя принесло? Я за бычком. Отец послал. Вот опять ты без дела шатаешься. Что делать, Ирина? Просился в наш колхоз, а они не принимают. Там не приняли, так и я не принимаю, понял? Мне работящий нужен муж, а над тобой люди смеются. Слышал, небось? Слышал. Зубоскалы. Пускай себе. На. Скройся, люди идут. Ну, пока. Джамлет велел бригаду Тасо перебросить на третий участок, а наша будет работать на седьмом. Это на Косогоре? На Косогоре. А ты куда? Мне надо еще трудодни подсчитать. Погоди, Мирьян. Мы с тобой два дня не встречались. Соскучилась я. Горячая пора, милая. Сама понимаешь. Каждая бригада норовит выйти на первый мест. Знамя-то каждому получить охота. Ты чего? Надулась? Да нет, я... На вот, получай. Ишь ты! Важная штука. По ночам, глядите, дело, вышивала. По ночам, а когда же больше? Ух ты, радость ты моя! Эй, вы что это там? Пусть отец идет, видите? Куда это ты? Куда? Ой, Иринушка, помоги, отец идет, на, не бойся, беги. Видите? Вот ты где, бесстыжая девчонка! Не кутайся! Платком греха не прикроешь! Ты? Угу. А где же дочка? Я ее только что видел! Состарился, дяденька! Путаешь! Глаза-то фальшивят! Я тебя напутаю! На большой дороге шашни разводишь! Что вы, дяденька? С чего вы это? Я спешила, соткнулась. Чуть было не растянулась. Парень рядом, ну, подхватил, поддержал. Парень? Mm-hmm. А где же он? Врешь ты? Только на кривой кобыле меня не оденешь. Чебело! А? Иди-ка сюда. Не бойся, дядя добрый. Ну, пойди сюда. Господи, спаси и помилуй. Из земли вырос. Вот, вот он тебе и парень, дядя. Ты что это здесь околачиваешься, а? Чужих девушек хватаешь? Я? Что вы, дядя, я... Я говорила, дядя, я оступилась, помнишь? Ага. Ты меня подхватил, не дал упасть, помнишь? Так и было. Вот и все. А из-за тебя дяденька на меня накинулся. Так я же поднял, не повалил. Видишь, какой помощник нашелся, бродяга! Вот как хвачу тебя, не то что чужих девушек подхватывать. Сам растянешься! Не срамите меня, сироту! Люди услышат, на всю деревню славу пойдет! Уйди, глаза! Ты откуда явился, помощник такой? Из Букунари. Чей чертов сын? Сын Манучара. Стой! Ты дебило, значит? Дебило. А вы откуда знаете? Сын Манучара! Сын Манучара. Из Букунари! Из Букунари. Дорогой ты мой! Полюбуйтесь! Богатырь какой! А ведь я его крохотным доставил! Чуть вы на палкой не избили. Уйди! Не пойду. У нас теперь лодыря гонять нельзя.
Эх, Чибило, какие времена ты мне напомнил. Какие пиры до охоты бывали. А сколько вина было выпито? Ух, мой батюшка умел погулять, пока было на что. А потом, неужто обо мне ничего не слыхал? Слыхал. Дядя Кули, значит, будет. В доме у нас работает. Он самый, о! Весь дом на моих руках был. Твой дед меня очень жаловал. Правда, и доставалось порой от него. До старого кваса наливать не стоит. А с твоим отцом словно друзья были. Молодые оба. Ну как, отец? Плохо? Нуждается? Эх, как времена изменились. Совсем другие порядки. Дядя Кокули, бычок мой там. Че это? Нашего бычка задержали у вас на лугу. Выручать надо. Вот я и пришел. А, пустое дело. Это я сейчас. Мигом. Пойдем. Узнаю золотые руки к берестине. Лист к листу. Как на подбор. Какие показатели? Дневная выработка в среднем 400%. Снаряжай, старина, в Москву свою Герестине. Она у меня идет первой кандидаткой на съезд стаханов. В Москву? Моя дочь? Вы что это надумали? Меня, старика, от того хотите оставить в пустом доме? Да ничего, дяденька, я буду у вас ночевать. Посмотрим, как это она в Москву без спроса поедет. Ну, разрешение она получит от кого надо. Вешай, отставной председатель. А как насчет быка, Тямле? Да пусть забирают. Но только, если еще раз поймают их скотину на наших плантациях, разговор будет короткий. Спасибо. Работаем на седьмом. Хорошо. Мирьяна зовут Канисим.
нас, на съезд хановцев, в Москву посылают двух делегатов. Вот. В Москву? Да ну, а как же? Да, но кого же, милый, пошлют, а? Не дядя Кокуля, спасибо. Не за что, дорогой. Так передай, сынок, отцу. Пусть не побрезгует и приедет к старому слуге. Отведает хлеба соль. Ты чего это не идешь, а? Здесь человека одного почитаю. Так передай этому человеку вот это. Знаю я, кого ты поджидаешь. Здравствуй, дядя Кокуля. Здравствуй. Тебя в комиссию зовут. Здравствуйте, тетушка. Здравствуй. Вот. Знаю, знаю. Подсчитаю трудодни и пойду. Все работаете. А какой день сегодня хороший. Рубаху гладите? Кто вышивал? Кто не был бы, не мы вышивали, не нам и носить. Ох, знаю, Гверестыня, подумаешь, сирота. Нищий была, гусей посла. Дело решенное. Да ей ли вести такое хозяйство? Для моего двоюродного брата Мирьяна нашлась бы невеста получше. Коли сыну любо, то мне мило. Паша. Проводила и хватит. Мне пора домой. Как же я тебя одну отпущу в такую даль? Нет, ступай. Не то не успеешь повидать Харитона. Ты чего стал? Опять просить у Харитона? Дебило! Нелегко, Ирина. Дебило! Ведь дважды я выходил из колхоза из отца. Женщины те работают в колхозе. Тогда пойдем вместе. Пойдем. Товарищи, бросайте работу! Идите сюда все! Сюда! Идите сюда! В чем дело? Гостей ждем из кинобани. Арку надо покрасить и террасу красить. Давайте, товарищи, давайте. Идите, я догоню. Сколько дело стоит, а он крась, маш. Ну и умник же у нас Харитон. Давай. Там не кактуса, а гау надо, а гау! Не поместится, товарищ. Если ты поместился, а гава, что больше тебя? Слезай, висюлька, я сам. Привяжи быка и пошли к Харитону. Чего стал? Пойдем. Ha, 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 ha
Председателя убили. Председателя убили. Чего орешь? Чего срамишь? Дай воды. Воды, воды. Неудачно спрыгну. Ничего, товарищи, не пугайтесь. Продолжайте работать, товарищи, продолжайте. Давайте, украшайте, давайте, давайте. Идите, товарищи, товарищи. Давайте, давайте, идите. Идите, идите, давайте. А вы зачем здесь? Да? Да вот, просить пришел Батоно. Нам бы с отцом опять сюда. Опять? Зачем? От вас пользы, как от козла молока. Отец обещал коня дать колхозу. Что? Коню по Никиту служить пора, а вы мне его в колхоз? Вот и бычка привел. Нет, брат, не надо мне ни коня вашего, ни бычка. Работать вы не хотите? Дворянский хвост за собой волочите. Уходи, уходи, не мешай работать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, Агаву, опять наверх? А? Агаву? Возьми плуг, возьми плуг. Ай-яй-яй, возьми плуг, ай-яй-яй. Ты чего, Бруно? Хлопотать надо. Подошлем кого-нибудь. А если опять откажет? Такого подошлю, которому не посмеет, который за тебя поручится. Давайте, товарищ, быстро, быстро! А то не успеем, почти приедут, товарищ. Подоспи. Давайте, щипер. А как ты, ну не так ты делаешь? Харитон, Харитон, гости уже приехали. Приехали? Они ждут. Да. Как? Пошли, товарищи! Пошли, товарищи! Бросайте работу, товарищи! Пошли, товарищи! Вызывает нас на социалистические соревнования. И предлагают заключить с нами договор. А вот и их представитель. Правильно, товарищи. Должны мы принять. Что и говорить. Наш коллектив сильный, товарищи. Работать мы хотим. Любим работать. Вот и должны мы принять. Вот только как бы со стороны руководства помехи не вышло бы. Правильно я говорю? Правильно. Помехи разговаривать и помочь работать. Исходя из своих сил, засучив рукава, еще раз повторяю, товарищи, работать, работать и работать, товарищи. Плохо тебе? А? Хочешь, пиявки поставлю на затылок? Пиявки, верные средства. Ну что ты, как пиявка, пристал мне со своими пиявками? Вернули быка? Вернули. А? Вернули. Ты, Вата, человек ловкий.
помоги мне советом. Могу, все могу. Трудно стало. Весь кукурузник выскреб. На колхоз надеялся. Выгнали. Дважды выгнали. Ты бы кусок земли взял. Самую малость дали. Обнищал я, и скот с голоду подыхает. Такой большой двор, а продать нечего. Пойдем. У меня осталось два золотых кольца. А? Может, продашь по выгодной цене? На золото покупатель найдется. А? Несложная операция. Постой. Позови Чебело! Сейчас, черт его знает! У Манучара украли золото. Иди скорей. Кольца? Да. Ну что? Его рук дело. Теперь уж не поправишь. Обручился парень. Обручился? Да. Чебело, это правда? Ты не слышишь, я тебя спрашиваю. Ведь эти кольца матери были. Матери? Значит, можно тащить. Да еще обручился вдобавок. Ты чего оборачивайся, я с тобой говорю? Обручился. Фу, ты! На что надеялся жених? На дворе галка зерна не склюет, а он жениться собирается. А та! Слушай, или ты немедленно все это расстроишь, или я с ним сыном расхожусь. Что ж ты раньше об этом не говорил? Слушай, Манучар, а невеста такая, что твое счастье пес не облает. Какая такая? Богатая. Приданные говорят не счесть. Кувшины полны золота. Все брехня. Разве можно верить его словам? А это поручи мне, я все сделаю. Все разузнаю досконально. И про невесту, и про приданное. Ай, ай, ай! Что это? Пиявки вылезли из балки. Ай! Абаделия, Абаделия, Абаделия,
Абадырья, Абадырья, он уже не сидит по рули, задавил танцам ха. Абадырья, 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 он уже не сидит по рули, там задавит сам сала. Славит гадаваты, пиву мать стрел ходит. Абадырья, Абадырья, он уже не сидит по рули, на двум отчиме орет. Много благодарен, голубчик. До свидания. Спасибочка. Ну, покажи дом невесты. Что тебе дом смотреть? Я тебе девушку покажу. Не затем я сюда пришел. Идем. Не идешь? Хорошо. Ну и не надо. Без тебя обойдусь. От тебя пользы, как от козла молока. На, Людмила, на. Ты не помнишь меня. Я же сын Кватулия из Бакунари. Угу. Помнишь, сельским писарем был. Потом парикмахером. Облакатом его называли. Даже людей лечил. Помню, помню. Речистый был человек. А зачем труп приехал? Дело меня. Маленькая операция. А что, Манучар не приезжал еще? Манучар? А мне? Вспомнил старого слугу. Ты с него обручился здесь, у вас на селе. Ириной звать. А, знаю, знаю, соседка наша. Так вот он зачем едет. Пожалуйте на стакан вина. Некогда. Потом. Ты приготовь все. Пойду поищу дебило. Вернемся вместе к приезду манучаров. На, прошу. Чтоб ты сдох. Ишь, какой дом себе выстроила. Хороший? А на что тебе дом? У Мириана прекрасный, свой. Что ты? Что ты говоришь? Не понимаю я. Тетка говорила и одну рубаху вышитую показала. Куда тебя черт носит? К нам Манучар едет, а ты шляешься. Я только что с работы, видишь, подметаю. Неси столба дерева. День и ночь в колхозе шляешься. Добро бы парень была, а то девка. Знала бы свое бабье дело! Другие половины того не делают, что я. Но на них никто не ворчит. Видишь, вот она, доченька. Ложкой кормит, а вилкой глаза колит. Если ты мной, отец, недоволен, кто же тебе угодит? Эх, не дал мне Бог сына, а то бы я... Нечего зубы скалить! Я дело говорю! Неси старый рог! Манучара угощать буду! А мне, дядя, хочется спросить, уж ежели ты с дочкой не ладишь, как ты зятем
толкуется. Зачем к нам Манучар едет, отец? Чениться на тебе хочет. Ну скажи, ну правду скажи. Не твоего ума дело. Ну скажи, я прошу, ну пожалуйста. Да уйди, вино пролю. Сына хочет обручить. Как хорошо. На ком, дядя, как у Лен женится? На ней. Так у нас сегодня обручение. Ты тоже поверила? Не видишь, смеется он над нами. Да какой дурак откажется от такого зятя? Вот ты всегда так, изводишь меня, точно чужую. Здравствуй, Гверестене, я из комиссии. Для тебя у меня такая радость. Что случилось? К обручению готовят. К обручению? Чье обручение? Гверестене выходит замуж за Чебелось Бугунари. Да ты врешь! Ей-богу! Не сойди мне с этого места. Я у него ее платок видела. А, это ты? А я думал, Джибело. Какое Джибело? Что ему тут нужно? Жениться нужно. Отца идет, Манучар. Скоро оба будут здесь. Удивительно. Что тут удивительного? Хороший сын всегда отца спросит. Жаль, что так поздно распознал тебя, Гверестене. Иди, свекр Гверестене, пожалуй. О, того я вижу! Здорово, Манучар! Здорово, мой старый Акуля! А где же это седло нашли, батор Манучар, а? Эх, лошадь у меня. Так для нее? Нет, с нее. Как так? Дай передохнуть, расскажу. Ну и голова у меня. Пожалуйте, пожалуйте. Скотина. Подлинно скотина. Подумать только. Прямо на дороге протянула ноги. Опозорила мое доброе имя. А! Обеслась. А! И слушать не хочу, Батоном. Имя Манучара... Хоть на пустом бурдюке пиши. Это имя Манучара. Нет, мой добрый Кокури. Мое время миновало. От некогда выпитого вина не охмелеешь сегодня. Хо-хо-хо-хо. Вспомни старину. Годы наши, молодец. Лихие времена настали. Куда бежать? В лес, колхоз. И что же? Выгнали. Дважды вышло. Ой-ой-ой-ой. Третий раз уж не понимают. Ай-яй-яй. Теперь как будто судьба улыбнулась мне. Джибело невесту нашел. А это я знаю. Отец покойный, говорят. Богатый человек был. Дом имел. Видимо, и сейчас осталось что-нибудь. Верестине! Верестине! А вот... Сама невеста. Позови, но виду не подавай. А ну-ка, подойди сюда, милая. Кто ты, пташечка? Я? Я их соседка. Какое гнездышко взрастило такого птенчика. Еще не замужем? Не обручена ли? Да. Кто ж покорил твое сердце? Сын Манучара, сын Букунари. Чебело? У моего сына такая невеста? Ваш сын? Так Манучар ведь это я. Я вас на дороге видела, вы сбрую несли. Видела? Не лошадь, а дьявол! Седлом сбросила. Это ужасно, батон. На что вам такая лошадь? На что Манучару крылатый?
Чудо-конь? Эй, какули! И свадьбу же задам. Вино рекой польется. Манучар Батону! Простите. Глупейшая операция. Но... У невесты ничего не оказалось. Вот как? А кто говорил, что есть дом? Даже два. Ух ты, пустая операция. Она мне и без богатства всего дороже. Подойди-ка сюда, невестушка. Говорят, твой отец и грошовой подковы тебе не оставил. Это правда. Так на какие средства вы с мужем жить собираетесь? Я не богатство ищу, Батон, а человека. Но у человека должно же быть что-то, кроме усов. Позвольте, один момент, барышня. Небольшая операция. Колечко, что Джибело вам дал? Погоди! Ну, об этом разве говорят? Говорите. Вернете колечко? Или как? Ну ты смотри, старик! Верну. Верну ваше кольцо. Сейчас верну. Ирина! Джамлет и Гверистене в Москву едут. А ты чем хуже их? Кого выбрали, тот и поедет. Нашли, кого выбирать. Эх, будь я по-прежнему председателем правления, показал бы я Джамлет. А теперь я у него и склошник, и лодырь, и интриган. Вот. Погоди. Короткие у тебя руки достать, Джамлет. Ступай-ка лучше, проводи их. Мирьян, вот и просил. А ты почему сам не идешь провожать? Некогда. Ты иди. И рубаху эту передай Гверистене. Мужская рубаха? Зачем она Гверистене? Скажи ей, пусть рубаху наденет тот, за кого она замуж пойдет. Вот как. Итак, едешь, а? Своим умом жить хотите? Стариков не слушайте. Радоваться, отец, надо. Не за дурные дела, за хорошие посылают. Так тебе и надо. Куда тебя черт носит? Москва, съезд, стахановцы. Не бабье это дело. Прощай, прощай, родной. Прощай, прощай. Верестине! Ни к чему все это. Но опаздываем, голубушка. Ну, давай. Поехали. Мириана. Как? Велел передать. Пусть, говорит, передает будущему мужу.
Может быть, он обиделся, что не его в Москву взяли. Джемлет, останови машину. Машину останови, Джемлет! Стой! Джемлет, я не поеду. Что ты к Берестине? Прости меня, Джемлет, но я не могу поехать. Нет, нет, так и передай, что к Берестине дорогой умерла. Стыдно к Берестине. Перед тобой жизнь, счастье. А ты из-за парня голову теряешь. Умирать собираешь. А может быть, действительно лучше остаться? Да? Вот так. Никогда не изменяй своему делу. Что он еще сказал? Если бы кто лизнул мое сердце, отравился бы. Так и сказал? Так и сказал. Поехали! Поехали! Thank you.
стой, Спадон. Тебе как мне не разобраться в этом. Помолчи немного, я сам посмотрю. Где уж там разобраться? Наконец, приехали мы тем летом к председателю.
Как это было хорошо, когда мы пришли в Кремль, и там начался съезд. Там были все люди. Молодые, старые, разные люди. Русские, армяне, какие люди, каких мы нашли. И все эти люди были стахановцы. Тут вдруг пришло все наше правительство. Пришли и сели. И я увидела всех сразу, вместе, за столом. И все они такие веселые, и я стала такая веселая. И такое здесь поднялось, как это говорится, аплодисменты, что я растерялась. Кричу и хлопаю. Садись, Капуль, устанешь. Да нет, нет, что вы, батон Манучан. Ко мне подошел человек, он меня назвал по имени. Я очень удивилась, откуда он знает мое имя. Сказала ему здравствуйте, а он сказал, что мне надо выступать. Я зацепила эти омлеты, а он смотри, чтоб у тебя язык не отнялся, не осрами нас. А я крикнула, что я никуда не пойду. Все вокруг засмеялись. И знаете, когда меня поставили перед всем собранием, я вдруг раскрыла рот, так открикнула, да здравствуй, стахановцы! А ты как работаешь, крикнули мне стахановцы. Я говорю, обеими руками чай собираю. Сколько, говорят? Я и сказала, сколько. Ура, грянули, и бачи, и гвилистыне захлопали, словно градом засыпало. Ура! Скажи, пожалуйста, похоже, кто тебя наверное? Товарищ Сталин стал. В зале вдруг стало совсем тихо. Он повернулся ко мне, потушил трубку и тихо спросил, не устаю ли я от работы. Что я ответила, и сейчас не помню. Только весь зал захлопал, и сам товарищ Сталин мне руку пожал. Ура! Тяжки от меня доставал. И ведь ты устал такой. Стоишь столько времени, садись. Что ж, и сяду. А потом меня спросили, чья ты дочь, что так трудиться любишь? Ты живи, здравствуй, дочь моя. А я и словом не объявлю, что я твой отец. Что там поминать? Она о малой дочке. Нет, почему, отец? Я как рассказала про тебя, так всем понравилось, что даже за твое здоровье выпили. Выпили? То-то. Ишь, борода бела, как лунь. За такого побега и не выпей. Ну, больше что мне вам сказать, товарищ, дорогие соседи мои. Желаю, чтобы каждый из вас пережил, что и я. Чтобы каждому из вас довелось увидеть такое счастье, как и мне. Я же, товарищи, слово вам даю. Чай собирать еще больше, еще лучше, чем собирала до сих пор. Зачем обидел девушку?
дочкой наградил тебя Бог, дорогой Катули, а? Да, это дочка. Дочка у меня знатная. Катули, я решил к Берестине взять невестки. Что вы сказали, Ватану? Хочу Джибело женить на твоей дочери. А мне послышалось, что вы хотите женить Джибело на моей дочери. Ну да, обрадовал я тебя. Теперь, Какули, надо назначить день свадьбы. Так, 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 так. Джибело парень ничего. Да. А где он работает? Пока без дела ходит, но да женится, переменится. Да и такая жена выведет в люди. Выведет, а? Ну да. Но сладится ли это? То есть как? Ты не хочешь со мной породниться? Я-то? Ну да, ты. Как сказать? Но только в масти масть нужна. К Берестине одиноносец, а Джибело даже не ударник. Какули, что ты говоришь? Мозги у тебя отшибло. Забылся старый пес. А какую она штуку с Мирьяном вытянула? Ну-ну-ну-ну. Ведь она была его невеста. Да вдруг взяла и обручила с Джибелой с Букунари. Что же ты мне раньше об этом не сказала? Но только молчок. Что ты? Ты сама не проболтайся. Если это так, тот Жамлет выкусит кукиш. Ему Какули понадобился. Весь век тебе служил, только горе хлебал. А пескам не потеряешься. Ему, видишь ли, невестка нужна, моря Берестине. Нет, врешь, поумнее стань, поумнее. Ничего, раскудастался. Не нужна манучару дочка нищего. Правду говорят, что вы все дармоеды, кровопийцы. Фу ты, черт. Дочка нищего? Запомню, брат, запомню. Джибело, нам может помочь Берестине. А? Пусть она попросит Харитона принять себя в колхоз. Неудобно. Нет, нет. Удобно, удобно. Сейчас же, пока Харитон здесь, я подошлю к нему Берестине. Вот будет здорово. Ты от нее не знаешь, она мне ни за что не откажет. А что не яблоки? Рубль десяток. Колхозу, дорогой Харитон, крепкая рука нужна. Вот у тебя дела в порядке. Какие же дела? Я тут для Букунари много чего сделал. Да кто отсел? Вон скажут, ну-ка доманцев орденоносцы, а у Хардона и порядок, что ударника нет. Да-да. Да, но ведь орденоносец переходит к тебе. А разве ты не знаешь? В Берестине просватана в Букунари. Букунари она? За сына Манучара идет девушка. Ты что, смеешься? Погоди, погоди, погоди. Это дело моего ума. Все устрою. А если не устрою, вот тебе моя голова. Брось. Если это дело ты мне устроишь, проси, что хочешь. Наши враги лопнут от зависти. Эй, Трастака. Привет уважаемому Манучару. Что же вы, этот друг Манучар, скрываете от меня такую новость? Что я скрываю? Что в Берестине скоро вашей невесткой будет. Это Какули тебе набрехал? Свой сон за правду принял. Уж он меня просил, просил, а я нет. Не согласен? Не согласен. Умели ли Манучар? Хочешь все дело мне испортить? Смотри, драбом оговлюсь, Букунари везю. И помни, никому ни слова.
Харитон, прими в колхоз. Что так загорелось, а? Скажи прямо, дебило, жениться собираешься? На. Ну, признавайся, да? Не жениться мне, пока не стану работать. Ага, привет, Кристине, нашей красе и гордости мое восхищение. У меня, Харитон, к тебе просьба. Прикажи исполнить. Хочу просить за Джибило. Примите его в колхоз. Что в колхоз? В душу приму. Знаю, работать будет. А там, глядишь, и сахановцем станет. Станет, сколь нам милая женщина. Так и ты об этом знаешь? О, все знаю. А молодую холить будем. Спасибо, Гверистиня. Не подведу. Обрадовал ты меня, Харитон. Спасибо. Сегодня еще договорюсь с управлением. Пожалуйста, сюда. Садись, прогадь. Нет, нет, я уж пешком. Почему еще? Я пешком пойду, Харитон. Почему пешком? К шоферу в кабинет. Вот, ходи. Рано ли я к Верестине пришел? Нет, скоро заканчиваю. А потом куда? Домой. Ко мне. К нам не заглянешь? Зачем? Посидишь с матерью. Она тебе будет рада. Здравствуй. Опаздывай. Пошли. Здравствуйте, Бахудия. Здравствуйте, Харитон. Здравствуй, Бахудия. Здравствуй, Харитон. На газету. Хочешь работу? Прости. Хорошая газета. Поздравляю. Спасибо. Вы что это, товарищ? Олимпиаду задели? А? Следите, ковыряйте это. Ударный. Ты что, сало в каше ищешь? Да разве землю так копают? Земля пот любит. Идите все сюда. Идите сюда. Идите сюда. Вот вчерашний новичок. Так тут себе наизнанку вывернул. Зато и честь ему в газете. А вы? Почитайте-ка здесь. В Укунарском колхозе говорят, работа вовсю. А вы мне тут на горло наступаете. Вот, следите. Сплошь личности наших ударников. А первонаперво Джибило. Посмотри, видишь, какого героя я заполучил для колхоза. Занятно. А меня все-таки по сердцу резанули. Не видать здесь моей личности. Портрет при мне остался. Что, чувствуете, какое руководство я заварил? Чувствую. Что верно, то верно. Что правда, то правда. За последнее время замечательно заварил. Аж кипит работа, товарищ Харитон. Да. Небось, как взгрели тебя, так и дела в колхозе пошли веселее. Это еще что? Вот сейчас, товарищи, посмотрите, что я вам ахну. Ой-ой-ой-ой! Только это большая тайна из тайн. Чур, молчок, нигде не проговорите, не то мне крышка. Дайте папиросы. Петечки, пожалуйста. Ну, Харитон.
Алешка, ну говори, ну? И дуба не одиноносец завела. Поймайте девушка с орденом. Что? Ой, проговорите. Нет, не проговорите. Так вот, она завтра у нас в колхозе выходит замуж. А? Свадьба будет. Только никому ни бугу, хоть не отсети, проглотите. Понятно? Понятно. Она выходит замуж. И загалдели. Какая же тайна, ежели все он выкладывает. Айда, работать, ребятушки. Пошли. Ну, как дела, ребята? А? Это что такое? А? Принесите хорошие цветы. Покажем богатство нашего колхоза. Эх, вот и они. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Вот привез тебе саженцы. Что взамен дашь? Здравствуйте. Не прогадаешь. У меня в теплице такие растения, глаза разбегутся. Посмотрим. Пойдем, товарищ, пойдем. Сейчас идем. А? Разгрузите машину. Сейчас. Давайте, товарищи! Живо, ребят, не поворачивайте! Соседи пожаловали, не ударьте в лицо в грязь! А на селе во всей красе надо показать! Ты что это, спишь? Пожалуйста, товарищи! Вот, товарищи, сейчас я вам покажу. Хорошо, а? Это что? Теперь я вам покажу, товарищи, редкий экземпляр. О, красота. Так. Ну как, Джамлет? Красиво, а? Да. Работаете, это видно. А? Только больно уж на выставку смахивает. Mm-hmm. Да. Кто не горшок, то новый цветок. Каков горшок, таков цветок. Две-три культуры добро еще осилить. А. А ведь у тебя их тысячи. И каждая требует особого ухода. А ведь это убыток какой. Да. Проходи. А вот прививки хорошо делает. О, это наш молодец, бригадир. 2000 отваливает за день. Здорово сработано. Молодец, брат. Да. Дебило, я что тебе сказал? А что, отец? Ну, стоит ли расстраивать отца из-за пустяков? Что им от тебя надо? Да вот пристали. Вино, говорит, купи. Вино? Иди продолжай работать, нечего их слушать. Ладно. Ах так? Отца, значит, по боку и знать не хочешь? Ведь слышал, отец, мне идти надо. Ух! Ох уж мне эти бездельники. Сами не работают и другим не дают. А ты что же парня уму-разуму учишь? Дерево взрасти, а отца заморить. Смотри, манучар, терпение имеет свои границы. Вон погоню из деревни. А ты не выходи из терпения. Как мне вести? Сына губишь, Тахановца. Он домом хочет обзавести. Работать хочет, жениться, а ты у него в ногах путаешься. Так из-за двери стене хочешь развести нас, отца сына? Но, прикуси язык. Постой. При чем тут Верестине? Ну да, конечно. Смотрите на него. Выходит, я же вру. А кто трубил, не видать дебило колхоза, как своих ушей, если не женить бы на орденоноске. Ой, выдумал. Не верьте, врет без зазрения совести. Знаю я ваши попытки. Орденоноску хочет заманить к себе в колхоз, а всю свою вину взвалить на голову манучара! Слыхали, какую ерунду наплел? Это интрига! В
Петя! Клевета! Эту клевету я до грома не забуду! Идем, идем! Да, да, ах ты, разбойник! Дармоед! Сегодня я велю задержать тебя! Спихали, какую историю соцепал! А вот я сейчас это выясню. А? Манучар, погоди. Где ты, дебило, где? А что случилось, Харитон? Ты видал, что твой отец натворил? Ну? Все выложил Джамлету. Что ты женишься, что твоя невеста в истине. Свихнулся? А что ж ты молчал? Орал, орал. Не смог выкрутиться и проговорился. Что ж тут выкручиваться? Так, по-твоему, я на Гуристыне женюсь? Ну, конечно. Потому и приняли тебя в колхоз. Ах, вот как. О, ну да. Сейчас же поеду в Хидобани. Ну, ну. Женюсь и покончу с глупыми разговорами. Езжай, сейчас езжай. Мы дочь догоним. Пой. Не на Нулиево. Обидел ты меня, Джамлет. Это насчет соцсоревнования? Да не в том дело. Нынче вы победили, завтра мы победим. А вот что с Манучаром связался, его сплетням прислушиваешься, и мне в моем колхозе авторитет подрываешь, вот это обидно. Авторитет не я, а твоя суматошная работа тебе портит. О, вишь, нашептал тебе Манучар. Манучар тут ни при чем. В райкоме разговор был. Предложили помочь вашему колхозу. Всегда так. Всегда так. Наболтает какой-нибудь интриган, и этим нам дело портит. Откуда же райкому знать, какие у меня в работе субъективно-объективные причины? Знают, Харитон, знают. И немного больше, чем мы с тобой. До свидания. До свидания. Ой, напугал. До смерти напугал. И вас не несите я дурню, чтоб видеть меня к себе в колхоз перетаскиваю. Называется, клуб построили. Былое время, кто бы нашего брата-бедняка удостоил такого здания? А ты говоришь, тоже называется, клуб построили. Хорошая постройка. И ты к чертям в хоровод попал. Что ж, в старости хоть окул воскудел, зато умом прозрел. А-да-да. Гверестыней Мирьян Павлович. Да что ты? А я, выходит, сплетница и козни сею. Что это дядя Кокули порю? Будто чебелок Гверестыней со всеми не сватался. А кто врет, что сватался? Ты и сам ведь видела, как у вас стол для Манучара накрывали. Накрывали? Так что? Ты сам разве не говорил, что Манучар едет невесту смотреть? Да ведь это Ирину пришел смотреть, а не мою дочь. Ты что наговариваешь так, Гверестыне? Ты смотри у меня! Как же это так? Помирились. И к свадьбе уже все готов. Бесстыжий. Thank you.
Здрасте. Вы куда, Бакунарцы? Мы к Дебело на свадьбу. Дебело только сейчас вышел из ЗАГСа. А свадьба у Кулистине? Нет, в новом клубе. Прошу всех туда. Здрасте. Пошли. Он взяла, даже с горы кулачина, Калина с гостемом за самом плачении кулачина, Вальме чем мать и пару на там матрия кулачина, Алма микро даме пуре, а гармонтом кулачи найна. Ом, дэранни найна, нанни най, нанни най, ом, дэрия, нанни най, найна. Ом, дэранни найна. Какой радостный сегодня день. Я так рад. Я так счастлив за Дебело, что вот-вот полечу от счастья. Дебело нашел себе прекрасную жену. Могло ли ему приститься такое сокровище? Харитон, а? Тут что-то неладное. Харитон, ты так хвалишь моей жене, познакомься с ней. Не знаешь. Как? Это моя жена? Подменили? Как подменили? Это же не калоша, а жена. Харитон, ты думал, он женится на мне? Нет, что ты? Что ты? Только словом с собой хороша, а проворная ли в работе? Увидишь. Дальше. В сборе чая она одна со мной соревнуется. Вот, зато я тебя не хвалил. Знал. Просят за Дебело, и делаешь для нас доброе дело. Прошу вас, товарищи, прошу. Привет, друзья, привет. Прошу, товарищи, прошу. Ребята. Кажется, вы вернулся, а? Друзья, товарищи, прошу, пожалуйста, пожалуйста. Горевать тебе надо, Харитон, а ты кутить вздумал. Не каркай, ради бога, хватит меня неудач. Не покушат по-человечески, дадут деловому человеку. Какая несправедливость! Не оценили тебя, бакунарцы, а? Как не оценили? Да так, требует на общее собрание.
требуют меня. Угу. Нашли время для собрания. Кто посмел сосать? Я же председатель. Я тоже был председателем. Но без меня созвали, а при мне меня переизбрали. Интрига. Интрига. Так она...